прошло и полгода, получили задание на погрузку, 230 километров надо проехать. И погрузка у нас завтра в 11 часов. Это погрузка. Это раз. И второе, груз, по-моему, на Голландию. Еще не смотрел, куда. Ну, куда-то на Голландию. Ну, ладно, погнали, как говорится. А здесь 193 показывает. Пик его знает, где правильно. 230. Не, поедем уже по нашим навигаторам. Вот этот привел меня туда, в поле. Ладно, ребята, погнали. Какой-то город Лопик. Лопик в Голландии. Я еще даже не смотрел. Ну, походу посмотрю. Кстати, здесь такой паркинг. Я себе отметил, что здесь можно, в принципе, встать на ночь. И даже вот здесь, на дороге, можно встать. Ну да, я отметил себе, на всякий случай. Вот здесь. Только надо с другой стороны заезжать. Так будет лучше. Не, ну можно потом задом сдать, но вот здесь можно встать. Это хорошо. Можно было здесь, кстати, сейчас и встать, и стоять. Ну, местечко такое красивое. Горы. Вот, а что там за фура стоит? Или там, наверное, место выгрузки. Какая-то контора Walter Schild. Что-то с лесом связано. Да, кстати, надо ему сообщить, что у меня, блин, 18 пустых палет. Куда мне тут ехать? Интересно. Наверное, вот здесь надо ехать мне, я так думаю. Ну да, и там же ехать, правильно? Ну да. Не по прямой же там, блин, по тропам. Когда вы знакомы, это мне не надо. Я получил звуковое предупреждение, что когда пришел этот самый план. Ну и нормально. Это главное. А сейчас уже это мне не нужно, эти ваши информационные вещи. Так, ну что, блин, сейчас опять по горам, наверное, да? 230, почти 4 часа показывают. Да, походу так и будет. Что будем фигачить по горам. Написал, кстати, этому самому Артему, что, видимо, это стекло. Я его не грузил, не крепил. Не, не возил, не грузил, не крепил. Нужна информация по погрузке и по креплению. Так что пускай потом, чтобы не удивляли, что я, блин, там, потому что это надо специально крепить. Кто крепит? Или я креплю, или кто? Потому что, например, гранит, когда я крепил в Италии, тогда они сами крепили все. Это реально. Хотя не знаю, этот говорит, что в Германии там что-то помогают, а в Италии, говорит, ему и не помогли, и ушли сразу. Ну, не знаю, мне в Италии нормально гранит. Ну, вообще реально поставили, закрепили. Ну, это Арвид говорит. Не знаю, когда он был в Италии? Он был вообще в Италии? Не был? Нервы, блин. Надо, чтобы за мной не поехали. Мы их баним.
белые поехал, они были на черные. Уже третий такой большой. Вон еще четвертый, пятый. Да, я думаю, что за Покровом, потому что было нарисовано в процепе что-то. И 200 километров еще. Сколько он тут? 12. В заправке начнется. Наверное, через 12 километров какой-то поселок будет. Там будут заправочки. Ну, это значит не по нашу душу, правда? Слева тут меня идет эта дорожка какая-то. Тут не для этих самых, нет, не для лыжников. Там просто лесная дорога для, ну, для машин местных. Наверное. Ездят эти работники, наверное, леспромхоза. Да, вот такие вот дела, рассказал. Ну да, вот все-таки сейчас собираюсь мыслями рассказать мнение о четырех фирмах. Даже уже не о трех, об этой тоже. Соберу и расскажу. Ну, не мнение, да, а плюсы и минусы с моей стороны. Я никого не хочу там типа особо обсирать. Просто, может быть, мои минусы кому-то это плюсы. Мои плюсы это кому-то минусы, да? Ну, это же нормально, логично. Да, вот мы так, я надеюсь, туда в те горы мы не полезем. Ну, их нафиг, правда? Да, вот в Италии вот знаменито вот этими бордюрами, барьерами ржавыми. Я вот смотрю на них, вспоминаю. Причем не только здесь, но и в городах. Я очень часто встречал, блин, в центре города куча, ну, типа как это, развязка большая, да, там как 4 дороги. Разноуровневые причем. И, блин, вот эти ржавые бордюры. Барьеры. Это, конечно, круто было. Я офигел. Такой вид ржавого цвета. Ох. Сзади меня там идет тоже грузовик. Блин, жарко, сколько там градусов? 2,5 градуса всего лишь. Так, я надеюсь, сейчас не скажешь, что не напишет, что вы в Швейцарию приехали, ребята. Камер Зиммер. Нормальные такие ходы, да? Не видно конца гор. Не видать. Внизу там какие-то маленькие домики. Наверху, наверное, медведи живут. Вижу, что подтаивает. Бордюр от мозга, это или как он называется, да? Из булыжника. Чтобы земля на ней не проседала. Леха, это морально. Там виадук, ой, там, наверное, серпантин будет. Чувствую я, ребята, будет серпантин. Как-то так очень, как-то странно.
какой-то горы. Вот этой, что ли, которая впереди. Потому что нафиг, блин, слишком круто. Еще и коллеги вылетают, да? Ну, какой-то горы точно будет серпантин сейчас. Вокруг этой, что ли, большой? Проезжаем через поселочек, который в горах, да, куча отелей, да, здесь туристический бизнес, причем я скажу так, что он, наверное, круглогодичный. Летом такие туристы, которые любят лазить по горам, зимой лыжники, хотя может здесь и летом снег лежит. Верхах там. Блин, как это я так вот, блин, в такие места ехал и видеокамеру, видеорегистратор не включил. Ну вот, блин, это пипец. Ладно, может быть, там что-нибудь соберу. Что такое, такие красивые места проезжал. Да. Обратно я пойду, по-моему, по другому маршруту, я посмотрел, на Голландию. Ти-ри-ри, Ульяночка. Алименты. Алименты, это что, типа хостовары, наверное? Отели, одни отели, ребята, отели и алименты. Вспоминаем троллейбус, едем спокойно. Где-то мы должны выйти на какой-нибудь бан. Полиция, полиция. Так, теперь нам нужно, наверное, вот сюда. Блин. Мама, не гори, куда мы едем. Это пипец. Куча паркинги нарисовано, паркинг там, сейчас односторонняя, причем наша. На знаки, что здесь полиция, проблема была или это просто здесь, ой, пожар, или у них обеденный перерыв. Эти, которые спуски в низины, это, конечно, пипец. Хорошо, туда не надо ехать, мы же не видим. Вспоминаю Францию.
когда на этом фиксе работали, с этими ремонтами дорог. Это было что-то. Просто вот по этой дороге вот попробуй подымись сейчас наверх. А, ну здесь сейчас односторонняя она, по-моему. По сути, наверное, если бы я ехал там, где полиция пошла, я бы выехал не здесь, а вот там дальше. Надо было пропустить, ну ладно. Торопыга. Да, за мной фура идет нормально, значит, все правильно, я еду. Вот мне кажется, что я бы где-нибудь выехал бы вот здесь. Сейчас с левой стороны. Где-то. Ну, я не уверен, я так думаю. Где-то бы вот здесь выехал, наверное. Не, ну я нормально проехал. Я думаю, это одностороннее в ту сторону, я так думаю. Snake Bar, фестивал. Ну вообще, интересно, да? Едем дальше. Меня уже догнал. Да, обратно я уже там, пора чуть по другой стороне поеду. И посмотрю, где это я там поеду. Был я там вообще в том районе Италии, не был. Идет по дороге прямо. Блин, офигеть. Где-нибудь передохнуть. Я, блин, немножко вспотел. Фу. Проезжаем очередной городок. Фу, блин. Что-то как-то, блин, долго и долго, блин. За это время проехал всего лишь 60 километров. Ёпарасоте. А еду уже, ребята, полтора часа. Запарило мне уже это. Да, я помню, я так вот тоже, блин,
первый раз ехал, там вообще у меня было 40 километров за полтора часа. Да, точно. Надо было, может быть, возвращаться там на ту дорогу назад. Блин, выехать на какую-то нормальную дорогу, человеческую, прямую. Нет разве? Мне так кажется. Просто. Сплошные заправки, блин, ни одного паркинга нету. Сейчас я вот на один заезжал, там постоял, но это для того, чтобы пропустить свадьбу машины. О, сейчас нам и туда вот здесь пойдем, потом направо. Здесь такой, главное не упасть туда вниз. Это, блин, трубодело. Так, крутой. А там еще один, что ли, наверху туннель? Или это туннель как виадук сделан? И там пешеходная дорожка, велосипедная, наверное. Да, наверное, я так понимаю. Да, вот там скамеечка. Интересно так, да, туннель для пешеходов и велосипедистов, я так понимаю. Идет, ага, вот он идет. Вот здесь они выезжают на мотороллере, садятся, отдыхают. Прекрасно, а почему нет? Вообще нафиг, пофиг, блин, едет. Даже не думаю, что фура, блин. О чем люди думают? Блин, на следующий идет фура, поворачивает. У меня же выезжает прицеп. А он все равно в него едет, блин. И не тормозит. Хорошо, я торможу, блин. Ну это, конечно, пипец, блин. Морям по волнам. Thank you.
пошли разъезды. Здесь у нас красный свет. Ой. Пипец, блин. Какая интересная на перекрестке. Это ли колесо, или это там оттуда вода течет? Часовня такая. Там овцы пасутся внизу. Видите, ребята, блин, это Италия, это самая крутая страна, вот таким, блин, где я, по крайней мере, был. Ну, еще говорят, Греция, но я там не был на фуре. Долго и долго пробираться. Аккуратно проходить. Ну, может, становишься? Молодец. Старичок остановился. Oil Italia. Одного паркинг-плейса нету, ребята. Сплошные заправки показывают. Блин, нет, они, блин, больные. Вот так же можно же, блин, пофигячить. Туалет-статура. Туалет, что ли? Типа туалетня? Ой. Чинзанов. Кампари. Чинзанов. Туалет Чинзанов. Кампари. Чинзанов. Вермуто. Да, я помню, была с пальмой, блин. Ящиками это, блин. Чинзано. Вермут, Чинзано, что-то какие там эти вермуты брали. Вот, пойти в магазин, в супермаркет, не боясь, что тебя, блин, оштрафует полиция, но зато
Возможно, блин, выбьют стекла. Едем дальше. Я уже, блин, устал тут. Реально, блин. 60 километров. Только чуть больше проехал. Было 223, осталось 62. Пипец. Это море, что ли, что так впереди? Пар! Идем. Да, короче, этот видео будет, блин, из трех видео состоять. Я так думаю. О, еще одна арка. Ну да, да, это на Венецию. Мы спускаемся на Венецию, только на Венецию, по-моему, будет вправо потом дорогу ходить. Ну что здесь? Уже что-то появляется похоже, нет? Я еще ошибаюсь. Венеция, Белуно, Ауронцо. Венеция. Нам сюда. Ой, неужели мы скоро выйдем на какую-то дорогу нормальную? Что-то у меня такое летает все время. Все время что-то летает. Блин, так долго там кино сохраняется одно. Самого утра. Да, тут, конечно, надо такие видео музыку накладывать, но говорю еще раз, нет у меня особого желания. Бороться с авторскими правами. Едем вниз. Встал я немножко на паузу, спустился, как говорится, с гор. Такая вот
атмосфера здесь классная. Здесь магазин Carrefour, как он там, Carrefree. Короче, ну вы поняли, о чем я говорю. Вот такая вот. Что там такое? Горы, лето почти у них. По ихнему местному. Наверное, весна. Моя машина стоит. Грязная, пипец какая. А этот магазин «Экспресс». Купил чашечку кофе. Наконец-то, блин, на бане. Сейчас уже побегу в нужном направлении дальше. Фу, блин, офигеть. За 2 часа 80 километров проехал. Всего лишь. Вот оттуда я спустился с гор. Вот. Сейчас уже поскачем. Дальше, блин, баки такие черные. Тут надо, видите, как я делаю так, что выходишь, ну, буквально ненадолго, но машину закрываешь, чтобы не было видно, что и как внутри, кто внутри, чтобы не лезли, на всякий случай. Можно было бы и здесь переночевать, но еще долго ехать, 100 с чем-то километров. Нам вот в ту сторону фигачить. Ладно, уже поеду. Как говорится, передохнул. Можно гнать дальше. Написал диспетчеру. Посмотри, проверь дату выгрузки. Это что-то как-то очень странно у меня, блин. 1200 километров за один день я не проеду, это точно. О, красиво. Где-то там море. По запаху вроде есть. Где-то морской же запах. Хотя там еще вот горы, блин, горы. Интересно. Ладно, поедем дальше. Этот видео будет, сегодняшний видос будет, блин, долгим. Большим. Наверное, 2 или 3 даже сделаю. Блин, жалко, в одном месте я там забыл включить камеру видео. Ну ладно. Вот смотрите, красота. Как Греция. Ладно, погоним дальше. Отдохнули. Можно гнать дальше. Ух. 133 километра мне еще ехать. Ёпарасоте. Это до места загрузки. Показать на карте. А что там на загрузке меня здесь ждет? Стекольный завод. Сейчас посмотрим, там вообще есть где встать-то. Блин, в 11 часов. Это же пипец. Это туда фиг пустит. Это Кавк. Дополнительно Сиси Камп, Ланглас и далее. Что такого не написано, блин? Кавк, не Кавк. Сисикам Флэт Глаз. Еще это перегревается. Ёпарасоте. Ладно. Будем снять где-нибудь на паркинг. Погнали. В порядке, вроде уложил. Едем дальше. Да. А, написал, получил ответ от диспетчера, что
выгрузка будет как приедешь, да? Тогда, блин, зачем? Я так и подозревал, что просто, знаете, написал, чтобы просто было. В плане, куда ехать. Голландосия. Я надеюсь, я правильно выезжаю? Мы здесь выезжать надо? Вроде да. Погоним дальше. Карифуд, как он там называется во Франции, эти магазины? На Венецию. Типа в эту сторону Венеции. Время у нас 14.20. Сколько мы там будем на месте? 4:30. Это будет 60 километров. В маркинге 87 километров. Где-то там, в том районе будем уже искать. Позвонить диспетчеру, узнать, поскольку мне нужно заказывать билеты уже, блин, на паром. И реально надо заказывать. Я уже, вернее, забронировал, да, надо только их выкупить. Так, ладно. Едем. Ну, ребята, я скажу, радует, что такой дальний переход будет, блин, у меня большие командировочные переходы. Это сегодня вторник. В четверг я только буду в Голландии. Где я буду ставить 45-ку? Очень интересно. Поеду в Олдензал, рядом с базой встану. Ну, я так шучу, конечно. Так, здесь уже 60. Надо ехать. Ну, красиво. Позвоню Наташе. Рассказал, где я нахожусь, что еле-еле с гор спустился. Наташка, как обычно, береги себя, правильно, волнуется, Натусик мой. Надо беречь себя. Вот 60 стоит ограничение, все едут. Главное, все равно вот заезжал на этот паркинг. Надо же, блин, коллеги, проехать мимо и пикнуть, блин. Ну, пикай. Полезно, наверное. Пикать. Я же не дурак, блин, по этим серпантинам нестись, как они носятся, блин. Еще встречные машины, еще с фурами разъезжаться. Ну, вообще веселуха, классно, мне нравится, ребят. Я не знаю, как вам, понравится это видео или не понравится. Кстати, писали, что нужно поменять как бы вариант съемок. Я так понял, что это типа, ну, не вариант съемок, а может ракурс. Я попробовал вот там поставить сзади камеру, но звук вообще тогда никакой. А если ставить там микрофон, то по Wi-Fi никак я не это самое не смогу связываться, потому что там, если микрофончик ставить на камеру, Wi-Fi начинает трещать. А другие микрофоны у меня, в принципе, есть с собой, но они в машине, все как петлички.
Надо их подключать тогда. Ну ладно, что-нибудь придумаем, ребят. Я сам хочу где-то поставить камеру. Может быть, ее поставить где-то здесь слева. Что-нибудь надо придумать. Прищепка у меня для камеры есть. Ну что-нибудь буду делать. Кстати, надо 360-ку достать. Где она? В машине мне, наверное, или здесь с собой? Один раз попробовать снять 360 градусов. Наверное, интересно посмотреть. Ну ладно, а сейчас пока, ребята, мы едем и едем. А здесь дороги платные, нам нужно куда-то заехать. Амбригадоры. Я думаю, что здесь я пройду. Это сам узковато, конечно, но проходим вроде. Мы же не тот румын, который, блин, сколько он, 160 или 180 шлагбаумов снес в этой самой во Франции. Едем. Ну что, закончился, походу, очередной рабочий день. Встал я на паркинге в Италии. Здесь получается 6 мест. Я тут встал где-то примерно, ребята, часов в. Сколько я встал, фиг его знает, 4:30. Мне в 11 часов 30 километров тут проехать надо. Ну, думаю, все нормально будет на этом паркинге. Тут есть фастфуд какой-то итальянский, потом еще заправка, магазин. Ну, вроде лампочки горят, надеюсь, все будет окей. С топливом и вообще, блин. Думал встать там сбоку возле дерева, но тут поляк встал. Написал диспетчеру, в 11 погрузка или можно раньше приехать. Но что-то молчит. Не молчит, и ладно. Значит, будем стоять. Надеюсь, все в порядке будет. Фух. Ладно, узнал тут такую штуку, что надо заполнять. Все-таки, когда заезжаешь в другую страну, я там что-то переделал, схему. То есть написал, в 6:30, например, я открыл страну Германию. Там в 6:50 заехал в Италию. Поставил 6:50 Италия. Так же самое, открыл Италию. Заехал, например, в Австрию. Пишу, блин, во сколько ты заехал в Австрию. Ну, да, надо это отмечать. Поэтому какие-то дополнительные денежки. Ну, еще кое-какую информацию получил. Ну, а так все в порядке. Будем отдыхать. Интернет закончился, Саня еще там не вышел на связь. Должен мне пополнить карточку. Надеюсь, пополнит. Так что, а завтра, значит, видео, а хотя, может быть, пополнит вечером, так заброшу. Может быть, завтра еще и выйдет видос. А так придется ждать, когда появится интернет. А латвийским уже не могу пользоваться. Уже там осталось 3 гигабайта. А у меня видос 4 гигабайта. Может быть, уже подымут расценки. Как-то вот так. Ну ладно, ребята, на этом буду заканчивать. Всем добра.
Всем всего хорошего. Берегите себя, своих родных и близких. Все будет чики-пуки. Пока.